Экзотические японские ритмы, аутентичный барабан тайко и зажигательная энергетика артистов. В Ульяновск приехала известная группа «Гетон». Барабанщики из страны восходящего солнца дали мастер-класс для ульяновских студентов музыкального училища. Название коллектива переводится как «Рассвет» и «Изумление». Искусство игры на тайко – это грандиозное сценическое действие, где визуальная часть выступления так же важна, как и акустическая. Главные принципы игры на барабанах участники группы передали ульяновским студентам. По утверждению солиста группы, мастерству исполнения можно научиться быстро, но исключительно в японских музыкальных классах. В Японии это очень распространено, поэтому в Японии это, в принципе, где угодно можете обучаться. В школах и в университетах есть специальные комнаты для этого. То есть, сколько можно там времени обучиться в путешествии? Если, в принципе, раз в неделю на протяжении года играть, то можно научиться. Совместные российско-японские мероприятия только начинаются. Ведь в 2017 году главы двух стран подписали соглашение о сотрудничестве. Во-первых, два наших руководителя двух стран, Японии и России, объявили 2018 год годом Японии и России, годом России в Японии. И совсем скоро, 26 мая, в Москве, в Большом театре, будет торжественное открытие Дней Японии. Вполне логично, что обмен культурными традициями сближает народы не только на политическом уровне. А музыка – это и вовсе универсальный язык для общения между людьми всего земного шара. Виктория Чиркова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.